поэтому она стала играть более энергично, более агрессивно. Это сразу приходит в принципе. Поэтому она это чувствует, поэтому в какой-то степени... Залетела. Ну, Анна и в том числе залетала на ЦСКА. Это перехватили женщину, перехватили на американку. И с таким же настроем на буквально на следующий вечер. Всегда очень сложно. Здесь Динамо сегодня уже за неполные 3 минуты 9 очков заносит. Это уже 11 очков. Защита действует хорошо. Давались московские. Игорь Ильич, вот давайте в этот момент про свою работу внутри. Вот, помешало здесь и потери в итоге. Вернулась. Да, чуть-чуть вернулась, сразу счет вернулся. Давайте обратим внимание на то, что Динамо снова играет пятерка. Теперь еще на штраф попросил бросать чека. Плакаты выйти вперед. Смотрите, по-прежнему играют больше игроков в нижней секунде. И сразу перед... Пожалуйста, разыгрывает Динамовки. Легко достаточно дали бросить. 4.60. Надежда выбрала на своем паркете московскую команду. Тихоненко вырвала! В прямом смысле вырвала, чтобы перерыву эту разницу сократить. Воробьева. Все меньше и меньше времени у Динамо. Но удалось! Экзари есть. Давайте посмотрим передачу Дамович слепую. Она просто фантастика. Прямо за удастся или нет? Не удается. Носить бросок. Залетели 3 очка. Тихоненко. Смотри, хорошо против Тарташ. Скидка. Дамович на 3 очков. Залетела на последнюю. Атаки москвички. Хорошо, Тихоненко открывается. Прямо на ЦСКА. Сама идет проход, ищет партнеров по команде, пожалуйста. Зал скандирует, повторит. Теперь смотрим на Динамо. Бантон пытается вновь быстро пройти. Сразу 3 игрока встречают на ЦСКА. Сама идет в проход на ЦСКА. Игрок с ногой зафиксировать. Почему Рожцова здесь остается с высоким игроком. Дабович сама идет. И она потеряла. Да, идет в проход сама. Экзери, но почти ни о чем не выбила. В итоге все равно пошла в центр, Дабович, бросок. Все-таки есть численный перевес. Кедира и Экзери против нее. Радочи. Сорова. Экзери, 2 очка. Тихоненко на ЦСКА забивает. Сейчас пойдет проход, еще увеличит. Все верим в тебя, давай промахивай. 10 очков за сегодня. Мы должны проигрывать 11 очков. Динамо в полуфинале. Теперь точно. Мы расстроены. Вся Вологда сегодня расстроена. Да, не повезло сегодня в четвертом. Динамо оказались сегодня сильнее. И физически, видимо, готовы оказались лучше.